Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Приобрел на днях коптильню горячего копчения. Коптильню я приобрел за свои деньги, так что никакой рекламы. Просто сейчас ее распакую, покажу. Ну и сегодня будем коптить ребрышки. Они уже у меня замаринованные, так что поехали. В комплект входит шланг силиконовый, довольно-таки длинный. Сейчас вот я ее уберу так вот. Крышка такая вот. Сразу прокладочка. Сознаюсь, я такую видел у друга. У него там наоборот на кастрюле прокладка одевалась. Тоже загорелся. Термометр в комплектации. Ну тут паспорт, нитка, сеточка для копчения колбас, коптильня бытовая горячего копчения. Так, щипа тоже идет в комплектации. Дальше вот так вот. Три поддона подвешивать, емкость для сбора жира. Ну, довольно-таки так хорошо, основательно подготовились. Я ее уже вскрывал, смотрел. Что стало мне интересно, так это... вот этот термометр, который крепится в крышку. Здесь сделаны прорези, не знаю для какой цели, но функционал они не несут. Насколько я понимаю, надо было делать прорези вот здесь на гаечке, и чтобы зажимало именно термометр. Но они почему-то именно на болту, на гаечке сделали. Ну, то есть не зажимает, но нашел выход из положения силиконочка. Она более герметично зажимает. Итак, термометр показал. Сама кастрюля. Кастрюля вот такая вот. 14 литров, тяжеленное, дно толстое, с зажимами. Ну вот, вкратце, вот такую коптильню я себе приобрел. Сейчас будем испытывать. Так, эти все снимаются. В моем случае они не понадобятся. Мне не нужны. Так. Щепу засыпаем на дно. Честно, в квартире ни разу еще не пробовал сам такое. Сейчас посмотрим, как это все будет у нас работать. Так, никогда этим не занимался, но посмотрим, что у нас выйдет с этого. Так. Итак, вот что у нас получилось, вот такая красота. Сейчас мы это все отправляем в кастрюльку. Все это великолепие. Начинаем собирать все, что нам надо. Вот так вот.
где-то был термометр. Вот оно. У нас устанавливаем термометр. И пошли коптить. Так, процесс идет уже порядком 40 минут. Вот если видно, сейчас увеличу. На шланге вот начали образоваться вот капельки. Вот дым идет, начала скапливаться жидкость в местах сгиба. Ну, чтобы ее не сливать, не затыкать проход дыму, я вот сделал а-ля сухопарничек вот такого вот плана. И у меня уже в нем, сейчас покажу, накопилась немножко жидкость. Вот сухопарнички, скапливается жидкость в банке, дым. Но уже меньше головной боли в плане того, что сливать со шланга. Ждем дальше. Красота какая. О. Ну, вот такая красота получилась. Думаю, я заслужил 20 капель. Ну и опробовать. Ваше здоровье. Ой. Объедение. Домашнее копчение ни с чем не сравнимо. Сейчас поднатренируюсь и буду коптить все подряд. На очереди, наверное, будет рыбка. Ой, как вкусно. Ну, еще одну. А вам, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, нажимайте на колокольчик, смотрите видео. Ваше здоровье. До новых встреч.